I'm going to go to the hospital.
всем идти сюда. Да, сейчас будем. Будь внимательней, в зоне град... Шумит противник совсем рядом. Осторожно, они нас свалили. Огонь по цели! Все сюда! Быстрее! Так точно, идем к тебе. Здесь закончили, все чисто. Переходите вон на ту позицию. Мы вышли. Скоро мы их всех прогоним. Прикрываем.
Это еще там кто? Противник, да? Спокойно. Работаем по цели. Две штуки баксов тому, кто попадет в голову. Ищите цели. Господи, мои глаза! Оставайтесь на местах. Будем на точке. Устраивайтесь вон там. Соберем информацию. Плохо дело. Нужно скорее найти Ван Дайка. Эти сволочи убили его жену. Но самого Ван Дайка тут нет. Вим Ван Дайк. Где он сейчас? Здесь куча разведданных. Это и есть те самые ульи? Мы идем к тебе.
Там могут быть нужные данные. Занимайте новую позицию. Вон там. Уже идем туда. Осторожно, противник рядом. Врагов нет. Давайте сюда. Идите сюда, ко мне. Ясно. Этим к тебе. А мы тут не одни.
тебя, иду на позицию. Есть, носильщика выцелил. Противник ликвидирован. Зону зачистили. Зашибись. Давайте все сюда! Здесь закончили, все чисто. Окей, найдем тебя. Держать позицию. Ясно, будем тут. Не волнуйтесь, я вас не трону. Это я виноват. Ронда погибла из-за меня. Если бы я... Я такой идиот. Я убил ее. Убил свою жену. Это не так. Не так? Жена вас защищала. Она верила, что вы справитесь. Господи. Ронда. Моя милая Ронда. Послушайте, это очень важно. Вы должны мне помочь. Ради нее. Да. Я помогу. Она бы этого хотела. Вы ведь знаете, как можно уничтожить коготь. Скажите, что вам нужно. Мы поможем друг другу. Все мои работы лежат на сервере солнечной электростанции. Если доберемся туда, я могу их стереть, и им придется работать вслепую. Ведите меня. Знал.
человек предложил мне работу. Им нужны были программы для производственных дронов. Почему именно вам? Я специалист по поведению пчел, знаю психологию роя и как с ним взаимодействовать. Вы не знали, что делаете оружие? Когда узнал, было уже поздно. И все пошло в разнос. Они напали на меня. Я не знал, что делать. Открыть огонь. Чай, гранату! Мне не понравится. Минус один. Дади ему пулю! Я знаю, что ты здесь. Выходи. Ликвидирован. Иду к тебе. Вроде чисто. Удерживаем позицию. Понятно. Будем тут. Все мои работы здесь. Сейчас сработает сигнализация. Прикрывайте меня. Всем боевая готовность. Сейчас. Возьми глушитель, если не будешь. Сюда. Осторожно, враги совсем рядом. Твою мать, спалились. А
Номад, полдела сделано. Мы закончили, все чисто. Всем идти сюда. Всем быть на чеку. Подумай, кто нарисовался. Кидаю боевую! Я здесь, Номад. В районе противника. Огонь! Сейчас пусть его в расход. Есть, командир. Это гражданский. Иду к тебе. Все, лечение завершено. Не сегодня, мы не одни. Противник в курсе, что мы здесь. Контакт, у нас гости! Позицию и держим. Здесь закончили, все чисто. Ну как вы? Держитесь? Я лишился всего. Но я должен жить дальше. Ради нее. Нельзя, чтобы моя работа попала в плохие руки. Так на чем вы работали в когте? Я разработал систему команд, которая позволяла дронам действовать самостоятельно. Я дал им способность решать самим за себя. Скажите, как с ними бороться? Как остановить их? Единственное, что тут может сработать... Это вирус. Если лишить дронов связи друг с другом, роя не будет. Эта программа перегрузит их процессоры, но доступ возможен только с ретранслятора. Спасибо. За вашу голову назначили награду, так что вам, наверное, стоит уйти к изгоям. У меня там есть знакомые. Расскажу им про Ронду, может, они помогут отомстить. Может быть. Берегите себя. Деблю. Кажется, теперь я смогу уничтожить коготь, если его в нас выпустят. Да, мы должны готовиться к худшему. А хуже когтя некуда. Расскажешь все при встрече. Так точно. Сбор в этой точке. Окей, мы идем.
оставайтесь на местах. Так точно. Сидим здесь.